Новоназначенный посол Азербайджана в Израиле Мухтар Мамедов посетил Губинский район. В рамках поездки посол Мамедов, депутат Милли Меджлис Анатолий Рафаилов почтили память общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева, возложили цветы к памятнику великого лидера. Кроме того, посол и депутат Милли Меджлиса посетили парк Азербайджана-Турецкого братства в связи с происшедшим в Турции землетрясением. Они посетили музей горских евреев, синагогу Гильяки и прочие объекты культурного и исторического наследия. Посол Мамедов также посетил Гусарский район, почтив память горского еврея Гавриила Абрамовича Елизарова, советского хирурга-ортопеда, который является изобретателем аппарата Елизарова.